С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Наша съемочная группа посетила космический вечер с самыми немыслимыми музыкальными инструментами, шаманскими танцами и волшебной атмосферой. В Астане прошел сольный концерт этно-фьюжн группы «Сарасвати». В Астане любители этнофьюжн-музыки смогли насладиться творчеством молодой группы «Сарасвати». Концерт лайв-бенда состоялся в столичном рок-клубе. Коллектив существует около 3 лет. За этот период команда неустанно пополняет свой репертуар новыми произведениями своего авторства. Все они имеют общую концепцию. Каждая из них – это маленькая легенда о людях. Сегодняшний концерт был направлен на узкий круг людей, которые действительно являются меломанами, которые ценят такую вот интересную музыку. Эту группу мы открыли для себя год назад. Участники группы стараются добавлять в свои произведения элементы народной музыки. Дамбра является нашим тумаром, говорит Владимир из группы «Сарасвати». В коллективе есть музыкант, который прекрасно владеет этим инструментом. В музыке нашей присутствуют все-таки элементы народной музыки. Почему народный? Потому что народная музыка это не проект, это не коммерция. Это то, что у человека живет внутри, его истинные чувства. И они всегда честные и искренние. Поэтому народную музыку мы стараемся использовать в нашей музыке. Этно-фьюжн-группа «Сарасвати» впервые заявила о себе на фестивале «Открытое небо рок-н-ролла», который проводится по инициативе столичного рок-клуба. Тогда зрители очень внимательно наблюдали за происходящим на сцене, а по завершению номера не жалели оваций. Сегодня ребята продолжают работу в студии. Обещают, что их последующее творчество и дальше будет строиться на произведениях собственного сочинения. О самых важных новостях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». В парижском центре Помпиду проходит ретроспектива Анри Картье-Брессона. Анри Картье-Брессон умер 10 лет назад в своем загородном доме в Провансе. Как действующий фотограф, Картье-Брессон исчез 30 годами раньше. В 1970-х он бросил снимать и, тем не менее, оставался главным фотографом мира. На пенсии он тщательно редактировал свою жизнь, все уменьшая и уменьшая число фотографий, которые считал правильными. Не жег негативы, не резал пленки, но вычеркивал тонким золотым пером снимок за снимком из своих старых каталогов. Перед смертью он провел последнюю инвентаризацию, оставив публике 1000 классических образов и наложив запрет на все остальное. Устроители текущей экспозиции утверждают, что впервые она собрана не автором и не по его заветам. На сей раз тема одна – сам Анри Картье-Брессон, а уже внутри есть деление по годам и по темам. В 1920-30-х он снимал то, что не убежит. Витрины и манекены, которые так любили его друзья-сюрреалисты и дадаисты. Но вскоре понял, что самое интересное – не манекены, а люди, и что главное – мгновенная реакция. В 1954-м он первым из западных фотографов показывает Россию после смерти Сталина. Его знаменитый снимок девушек на трамвайной остановке, на которых косятся проходящие мимо офицеры, оказался на обложке десятка журналов и книг. В 1974-м он объявил, что бросает профессиональную съемку и возвращается к ремеслу графика. На выставке в Помпиду выставлены бесконечные автопортреты, карандашные наброски в стиле Гойи и забавный рисунок палеонтологического музея, изображающий бегущие скелеты динозавров. Знаковые снимки здесь соседствуют с малоизвестными работами, а темы экспозиции охватывают как свойственный Брессону сюрреализм, так и Вторую мировую войну вкупе с гражданской войной в Испании. Открыть классика прошлого века с новой стороны у публики точно получится. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся!